Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Сегодня мы с вами посмотрим на Ленорман. И сегодня у нас с вами будет такая тема, как какие сюрпризы от судьбы вам ожидать в ближайшем будущем. Давайте не будем брать большой отрезок времени, давайте возьмем до 2 месяцев. И мы с вами посмотрим, какие сюрпризы от судьбы вам ожидать, что непосредственно будет происходить в вашей жизни. Вам достаточно просто подумать про себя, подумать о своей жизни, о том, что вы перед собой ставите, да, то есть какие цели, что вы вообще ожидаете от ближайшего времени. А мы уже с вами посмотрим, что судьба вам приготовила. Вам достаточно сосредоточиться и выбрать один из 3 вариантов. Итак, то у нас идет с вами первый вариант, это 2 вариант. И 3 вариант. Задайте при себе вопрос и выберите тот вариант, который притягивает ваш взгляд. И мы с вами посмотрим. Ну что, я думаю, что, наверное, каждый определился. Давайте теперь смотреть. Мы это двинем. Смотрим первый вариант. Ждете какие-то известия. Ждете кого-то в своей жизни. Это может быть, знаете, как ждете человека, да, то есть, может быть, ваша вторая половинка, там, либо человек, с которым вы долго общались, уехал куда-то. И вы ждете, когда же этот человек появится в вашей жизни. То есть, когда приедет там, да, с каких-то заработков, либо еще что-то. И здесь идет ситуация, что придется еще немножко подождать, но тем не менее этот человек обязательно появится в вашей жизни. Либо вы устали ждать, там, одиноки, да, устали ждать, когда вы встретите свою вторую половинку, то здесь тоже вы уже ступили на этот путь непосредственно, когда вы в скором времени встретите человека. Да, чуть-чуть нужно еще потерпеть, но тем не менее идет ситуация, что обязательно встреча состоится, то есть будет встреча с тем человеком, которого вы очень долго ждете. Так, сейчас с вами мы раскроем и посмотрим вообще, какие подсказки, какие сюрпризы от судьбы мы вам ожидать. Сейчас у вас, наверное, не видно. Сейчас я его подвину, чтобы видно было. Видно. Итак, вот смотрите, что у вас получается. Вообще, какая идет линия? Какие сюрпризы судьбы? На самом деле, очень интересный у вас расклад получился, потому что здесь идет такая линия. Во-первых, первое идет, что вы, как я уже сказала, да, ожидаете какого-то человека. Возможно, у вас вот этот весь период будет весь в поездках, да, то есть когда вы полноценно, непосредственно будете в движении находиться. А движение каким-то определенным целям, да, каким-то определенным результатом. То есть вы будете пытаться достичь определенных моментов своей жизни. То есть вы в каком-то вопросе хотите поставить точку. И именно у вас в течение 2 месяца этот вопрос решится. То есть возможно, что очень долго что-то, знаете, не решалось, да, то есть вы пытались, может быть, что-то изменить, какую-то ситуацию, и вам очень вот хочется поскорее завершить какой-то процесс, то как раз это сейчас у вас будет получаться. Во-первых, вы идете именно к стабильности, да, то есть вы уже идете к полному завершению обстоятельств. То есть ваши трудности, ваши препятствия, то, что вам не давало покоя, то, что у вас, знаете, какое-то постоянно была какая-то остановка в делах, да, то есть какая-то неподвижность, потому что это все остается уже позади. Понимаете, то есть когда у вас вот что-то неизменно было, да, то есть вот вы пытались что-то изменить, но у вас ничего не выходило, не получалось, потому что постоянно были какие-то препятствия. И именно этот процесс завершается, то есть вы идете к своей стабильности, к завершению определенных позиций, когда вы вот наконец будете чувствовать, что
Вот что-то сдвинулось с мертвой точки. И неважно, какие это идут обстоятельства. Идет окончание темной полосы вашей жизни. Окончание какого-то поиска. Да, если вы были долго в поиске там, работы, отношений, то именно этот момент у вас завершается. Вы, наконец, достигаете определенных целей. Возможно, что у вас очень долгий период времени ничего не получалось, были какие-то страхи, постоянно вот не могли решить определенные вопросы. Знаешь, как вот была неприступность, да, вот такая ситуация, то это все уже завершается. То есть вы свое испытание, можно сказать, прошли. Понимаете, вот идет именно такая линия. И благодаря своему настрою, своей силе, своей выносливости, вы сейчас будете получать вот то, что давно вам хотелось. Вы изрядно, конечно, потрепали свои нервы. Изрядно. И, может быть, взялись за какой-то такой вопрос, за какое-то дело, которое, ну, может быть, знаете, как очень масштабное для вас показалось, очень вроде было легко, а в процессе все было сложнее. То именно сейчас это все завершается. Наконец у вас идет, ну, такое, знаете, очень хорошее и яркое развитие. То есть, если вы искали работу, то однозначно идет стабильность, такое долгосрочное сотрудничество, да, когда вы можете вот радоваться своим достижениям, либо наоборот, идет карьерный рост, и вы будете как повышение в должности. То есть такой тоже момент может быть. Либо вы переедете в то место, которое очень давно хотели, там квартиру, дом, либо вообще город, и что у вас ничего не получалось, то однозначно это тоже идет. В личной жизни, наконец, сигнализирует именно вот, знаете, такой вот прочный союз, да, хороший прочный союз, когда личная жизнь обретает стабильность. Либо существующие отношения уже, соответственно, становятся более крепкими. Эмоциональное состояние. То есть вы, наконец, будете довольны того, что вы освобождаетесь от тревог, от какого-то постоянного ожидания, что вот впереди вас вот эти ближайшие 2 месяца ожидает только, знаете, такое спокойное и гармоничное состояние. Если мы рассматриваем именно финансовую сферу, то здесь можно сказать, что у вас идет устойчивый доход, либо вы к нему идете. И если были какие-то потери, постоянно была какая-то загвоздка финансов, то здесь идет вот именно устойчивый такой доход. Ну и достижение целей, естественно, когда вы уже полноценно получаете то, что вы хотите. У вас вообще сейчас, понимаете, вот ближайшие вот эти 2 месяца идет очень сильная трансформация. Трансформация вашей жизни. У вас привязанность к чему-то старому, то, что не давало вам пройти вперед, сделать какой-то шаг вперед, именно это сейчас уходит, когда, наконец, вы получаете определенную стабильность. Конечно, немножко нужно как бы пересмотреть, да, какие-то, может быть, устоявшиеся позиции. То есть, возможно, может быть, и свои привычки придется поменять, либо свои взгляды поменять. Но, тем не менее, это будет только результатом. И если мы смотрим итог вашего расклада, здесь идет такая ситуация, что, наконец, вы почувствуете легкость в своей судьбе. Вы почувствуете, что, наконец, ваши желания начинают исполняться, что вы будете довольны своим положением, что меняется ваша линия, что, знаете, вот идет такой момент, как вот вообще в жизни идет очень серьезная перестройка. Перестройка вашего сознания, перестройка вообще в целом, когда вам захочется вот кардинально что-то поменять. И здесь идет такая ситуация, что вы, наконец, будете очень счастливы и довольны своим положением, что, наконец, в эти месяцы идет очень серьезный прорыв. Вот у вас так. Так, это кто выбрал первый вариант? Давайте смотрите второй вариант. Угу. У вас тоже достаточно неплохой вариант, я вам хочу сказать. Здесь вы, наконец, знаете, как-то резко решите какие-то свои вопросы. Причем совершенно неожиданным для вас образом, пока идет так. У вас здесь, знаете, вот идет именно такая ситуация, что вам придется вот ближайшие вот эти 2 месяца, да, решать как-то внезапно какие-то вопросы. Какие-то будут неожиданные обстоятельства, которые вам придется очень срочно решать. Будут неожиданные какие-то обстоятельства, которые вам придется срочно решать.
То есть, знаете, как что-то произойдет, какое-то событие, которое вы совершенно не ожидаете, но придет какое-то событие, которое, вот, знаете, как потребует вот молниеносного решения. И от этого будет зависеть ваше будущее. Вот пока присутствует именно так. Здесь даже больше идет именно такая ситуация, что вам придется резко и что-то, может быть, даже и болезненно. Может быть, знаете, будет такое обстоятельство, что вы просто не готовы к каким-то моментам в своей жизни. Единственное, что здесь, будьте очень внимательны к своим словам. В первую очередь, будьте очень внимательны, потому что здесь может быть такая ситуация, что какое-то резкое ваше слово, оно может очень значительно, знаете, как повлиять на всю вашу жизнь. И любое неосторожное слово, ну, можете все испортить. Сейчас давайте все-таки раскроем, посмотрим. Не ждите каких-то изменений, а сами идите к изменениям. Понимаете, то есть идет именно такая линия. И вот здесь смотрите, что получается. У вас есть определенные мечты, у вас есть определенные желания. Вы очень боитесь, что эти желания не исполнятся. Да? То есть вы что-то предпринимаете, что-то делаете, то есть делаете определенные шаги. Возможно, что есть взаимодействие с другими людьми для того, чтобы исполнились ваши желания. Да? То есть есть определенная цель, определенная мечта, и вы очень хотите, чтобы она исполнилась. И вы хотите, чтобы она исполнилась в кратчайшие сроки. Возможно, что от этого зависит ваше будущее. И здесь смотрите, вам придется принимать какое-то очень важное решение. Как я уже сказала, может быть даже в какой-то мере болезненное. Либо от чего-то отказаться, чтобы прийти к своей мечте. Знаете, как вот, да, вот бывает такая ситуация, что нужно от чего-то отказаться для того, чтобы можно было прийти к своей мечте. Либо наоборот идет ситуация, что нужно набраться терпения и подождать еще. Да, потому что вы делаете все правильно, с вашей стороны идут правильные позиции, но возможно, что просто в эти два месяца вы не успеете просто сделать что-то, либо надрываться уже непосредственно, да, чтобы решить свои вопросы, либо просто нужно пока набраться терпения, как говорится, и подождать, потому что идет именно такая линия, как вот поспешность, она приведет, ну, я бы сказала, к не лучшим результатам в вашей жизни. Если вы не хотите ошибиться, не хотите, вот, чтобы все пошло на смарку, как говорится, то лучше все-таки пока стоит подождать. Но не самое лучшее время для вот быстрых решений. Да? То есть держите в голове свою мечту, но действуйте все аккуратно и не спешите, потому что вы можете совершить ошибку, потом будете об этом очень сильно жалеть. Но все-таки итог идет вашего расклада именно такой, что вы обязательно добьетесь, то есть вы сможете получить непосредственно свою мечту. Вообще у вас неплохой идет расклад на самом деле, то есть пройдя определенные, скажем так, трудности в своей жизни, да, то есть как вам, может быть, даже сейчас приходится, либо в прошлом пришлось уже принимать какое-то вот очень важное решение, брать на себя какую-то ответственность, да, как вот что, как говорится, проводить какую-то чистку в своей жизни. Но тем не менее вы расчищаете себе путь именно к благополучию, да, то есть расчищаете путь к своему свету в жизни, то есть когда действительно на вашем пути будет ясность, определенность и все-таки позитивный исход дел. Здесь идет, знаете, вот такое состояние, как наконец идет вот общее благополучие в целом в вашей жизни. Процветание идет, причем во многих аспектах, да, то есть когда ваши планы все-таки реализуются и даже самым благоприятным для вас образом, что если вы, может быть, боитесь сделать какую-то ошибку или вот приходилось что-то принимать, да, то принимать либо вам приходилось принимать какое-то важное решение, может быть, даже немножко нестандартное, вы все равно придете к успеху. Единственное, что не спешите. Вот у вас, что в ближайшие два месяца, вот лучше действовать размеренно, постепенно. Вы тогда вот увидите, что ваши усилия, они дадут такое, я бы сказала, успешное завершение во многих аспектах. Принимайте, здесь, знаете, как вы должны для себя понять, что у вас есть уже правильный настрой, то есть правильное направление для ваших действий. Возможно, что откроется какой-то новый путь.
для того, чтобы можно было получить свою мечту. Может быть, вы еще пока этого не замечаете, да? То есть идет еще такая тоже линия, что вы просто не замечаете какие-то возможности, и у вас обязательно откроется ваш путь для достижения ваших целей. Вы будете очень довольны. У вас будет очень много радости в вашей жизни вот сейчас, в ближайшие 2 месяца. Будет идти определенная гармония. И вообще идут какие-то яркие эмоции. Вот принимайте эти эмоции. Не нужно сосредотачиваться на чем-то плохом. Понимаете? А нужно идти именно с яркими эмоциями. Тем более перед вами открывается путь, именно светлый путь, где вы действительно видите положительные изменения. Да, пережили трудные времена. Пережили такой очень непростой для себя период, а когда приходилось очень много что решать и, может быть, даже какие-то негативные моменты. Но именно сейчас идет удача. И эта удача на вашей стороне. Даже если вы не сразу все получаете. Но тем не менее, вот у вас в ближайшие 2 месяца, да, все-таки ваше желание, оно будет исполнено. Именно то, что касается лично вас. Вот идет так. Так, это кто выбрал второй вариант? И давайте смотреть третий вариант. Так, что я могу сказать? У вас вообще идет такая линия. Вот у вас, понимаете, сейчас идет такой момент, как вы испытываете какие-то трудности. Я бы даже больше сказала, какой-то затяжной процесс у вас идет. Возможно, что идет какая-то тяжелая болезнь, да, там вас, ваших близких. Возможно, что вы сейчас находитесь в состоянии потери. Понимаете, то есть либо потеряли что-то, либо потеряли кого-то. То есть у вас сейчас, возможно, идет такой очень, ну, я бы сказала, тяжелый период в жизни, да, то есть, возможно, депрессия присутствует, тоска. Либо может быть еще такое состояние, что вы во всем вот сейчас, ну, больше как находитесь в каком-то мрачном состоянии, да? То есть когда вы не видите просвета своей жизни, когда вы видите только, знаете, вы вот проживаете вот такую ситуацию мрачную в своей жизни, и когда вы не видите просвета, да, вот идет именно такое состояние, что все ваше окружение вот негативно к вам относится, там негативно что-то сказывается в вашей жизни, и вот вы, возможно, постоянно задаетесь себе вопросом, да, то есть когда это все закончится, когда что-то изменится, знаете, то есть вот вы сейчас больше живете именно вот в этом аспекте, что какие-то потери, какая-то мрачность, какие-то вот страхи, переживания, переживания за кого-то, переживания за себя, да, то есть вот вы крутитесь в этом. Давайте сейчас с вами раскроем, все-таки посмотрим, какие сюрпризы будут, но пока у вас идет такая линия, я бы сказала, не очень хорошая. Сейчас посмотрим. У вас как-то вот кто-то вам очень сильно вредит. Но я могу сказать так, что все-таки все благополучно завершится. Знаете, как вы для себя раскроете очень много аспектов. Очень много. Присмотритесь к своему окружению. Присмотритесь, с кем вы общаетесь, с кем вы обсуждаете свои вопросы, с кем вы вообще решаете свои вопросы. Да? То есть вы сейчас, вот, в течение 2 месяцев, вы раскроете своих врагов. Вы увидите, что вот та ситуация, в которой вы сейчас находитесь, вы не просто так оказались в этой ситуации, не просто так. Вокруг вас есть враги, недоброжелатели, которые как и магически вредят, и физически вредят. Понимаете, то есть вы сейчас это раскроете, потому что вы очень хорошо расчистите путь именно для своего благополучия. То есть когда вы, наконец, придете вот к той жизни, о которой мечтаете. Понимаете? То есть и у вас сейчас вот самое время, ближайшие 2 месяца, вы не должны, знаете, как вот сами внутренне, да, вот сосредотачиваться на том, что все плохо. Вы должны сейчас задаться целью, что я справлюсь с любой своей трудной задачей, да, что с любой неудачей. Я справлюсь со всеми своими врагами, и я решу эти вопросы. Потому что здесь идет такая ситуация, что ваши враги сделают сейчас какую-то ошибку. Очень серьезная ошибка, то есть как будут сами себя выдавать, либо вы случайно услышите, да, какие-то разговоры, либо просто пришло время отвечать по счетам. Понимаете? И вы увидите,
ваших врагов. Вы увидите, что они вам делали, как они вам вредили, кто именно, потому что у вас не один враг, не один доброжелатель, не один человек, который вам желает зла. И вы очень быстро, единственное, что вот вы должны, знаете, как без сострадания, да, то есть без там, утяжеления совести, да, что а вот это не нужно делать, вы должны четко ставить точку, раз и навсегда. Только так вы расчищаете путь именно к своим мечтам, к своей счастливой жизни, которую, возможно, у вас забрали. Понимаете, то есть у вас отняли ваше счастье. И чтобы это счастье вернуть, вам нужно сейчас разобраться со своими врагами. Они очень быстро сейчас раскроют свои лица. И вы не должны, как говорится, сожалеть, жалеть кого-то, да, там, либо переживать из-за кого-то, потому что эти люди за вас не переживали. Они создавали вам очень такой дискомфорт, они создавали вам тяжелую ситуацию в жизни, вообще атмосферу. И именно сейчас, чтобы прийти к своей счастливой жизни, вернуть вот то, что у вас забрали, то есть то счастье, которое у вас забрали, это может быть и работа, и личная жизнь, да, и какие-то личные интересы, финансы, вот все, потому что вы переживаете очень серьезный кризис. И вы сможете это сейчас решить, если вы зададитесь целью. Не нужно жалеть кого-то, не нужно оглядываться назад, а вдруг они еще что-то сделают. Сейчас пришло время расплачиваться. И именно сейчас все ваши враги как раз раскроют свои лица. Если вы хотите жить счастливо, жить в гармонии, вернуть либо отношения, да, там, либо вернуть работу, вернуть свой достаток, вернуть свое здоровье. То есть у вас здесь, понимаете, вот все события будут сейчас разворачиваться благополучным образом для вас. Возможно, что кто-то поможет вам. Понимаете, то есть есть в вашем окружении также и люди, которые к вам относятся положительно, да, то есть которые вам хотят счастья, и именно эти люди могут вам помочь очень сильно. То есть идет очень такая мощная поддержка. Поэтому здесь, когда сейчас будет все вокруг меняться, да, то есть меняться ваши обстоятельства, вообще меняться ваша ситуация в целом, очень важно как раз узнать вот сейчас настроиться на счастливое будущее. И не думать о том, что там, предположим, вы не справитесь, да, что у меня уже нет силы, я не могу и так далее. Не нужно об этом думать. Настраиваемся только на лучшее. И у вас тогда обязательно все получится. И вы увидите, что вы можете быть очень счастливыми. Вот идет так. И тот, кто выбрал третий вариант. Вот такой вот у нас с вами получился сегодня расклад. Я вам всем желаю, чтобы все-таки вот в эти два месяца ваша жизнь поменялась в лучшую сторону. И как всегда, подписываемся на канал и пока-пока!